Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца в яркий солнечный цвет с помощью натурального красителя. Процесс очень простой и быстрый. Результат приятно радует глаз. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В небольшую старенькую кастрюлю высыпаем 30 граммов молотой куркумы. Добавляем чайную ложку соли, 2 столовых ложки 9% уксуса. Размешиваем и подливаем небольшими порциями воду комнатной температуры. Когда куркума превратится в однородную кашицу, вливаем оставшуюся воду и хорошо перемешиваем. Общий объем воды 700 мл. Теперь закладываем в красящий раствор чисто вымытые белые яйца такой же температуры, как и вода. Они должны лежать в кастрюле свободно, не касаясь друг друга, и быть полностью покрыты жидкостью. Работать все время нужно в перчатках, так как куркума красит все подряд, на что попадет. Дальше накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока закипит. Убавляем огонь до минимального и варим яйца 10 минут. За это время их несколько раз переворачиваем, чтобы яйца окрашивались равномерно со всех сторон. Через 10 минут огонь выключаем, закрываем кастрюлю крышкой и оставляем яйца краситься на 40-60 минут, в зависимости от того, какой интенсивности цвет мы хотим получить. Затем достаем яйца из отвара, опускаем их в холодную воду, хорошо промываем от крупинок куркумы. И легенько промакиваем бумажными салфетками. Вот и все. Яркие солнечные пасхальные яйца без химических красителей готовы. Для придания блеска и увеличения срока потребления их можно смазать подсолнечным маслом. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.